Ебать! Ой, ты чё? Я загнался, прикинь, прям. Чё? Да как? Как? Да ну на... Extendo. What's up, my doggy? С вами Extendo. И сегодня мы продолжаем ценить ваши тречочки, биточки, делать на них реакцию, давать вам крутые советы. Прошлый ролик нам очень понравился, было очень много крутых треков. Надеюсь, сегодня будет так же. Так что давай, слушайте нахрен. В прошлом видосе мы как-то мягко проходили по плохим трекам. Именно. Сегодня жестче будет. Сегодня вам всем. Берегитесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите в комментарии трек, который вам зашел больше всего. И как на этом видосе наберется сколько лайков? 300 лайков. Мы дропнем следующую часть, потому что мы сняли их очень много, и у нас теперь конвейер контента по заценам. А еще каждый четверг стримы, зацениваем треки, и побольше вам дадим... Ждем. Да, и побольше вам будем там давать какой-то критики. Чуваки, не пишите, пожалуйста, когда мы лайкаем, это значит, мы снимаем видос. Если вы будете писать, вы в него не попадете. Fuck that shit. Приятного просмотра. Ну что, поехали с первого трека? Да, давай. Это у нас Beetlejuice. Ты смотрел мультик Beetlejuice? Мне не нравится он почему-то. Это типа про трупака или как его? Я надеюсь, он не будет читать как труп, типа такой полумертвый. Давай. Самое грустное лето. Веселое лето. Веселитесь. Какое грустное лето. Вообще, вот тебе лайк. У тебя 19 лайков. Веселись. Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Похоже, да, вот начало? Да, но пока что-то грустное какое-то, пианинка. Бабушка. Да, это вот так, блядь. Не, читает как будто. Это бит? Ну, если это бит, то он вообще не прокачивает. Что я говно? Это жестко. Да не, чувак. Нужно, наверное, писать биты так, чтобы на них ты сам смог залететь. Ты, если себя не чувствуешь на этом бите, то, ну, это бит говно. Главное, чтобы тебя вот прям вот вообще будоражил, чтобы да, тебя типа, прокачивал но сразу он не будоражит вообще этот. На типа... драмке обращайте внимание, тут вообще не качать никак. Да, типа, и оно такое... Грустное лето в натуре. Не, сэмпл вначале был прикольный. Типа, его обыграть можно. Да, он типа в тональности... А дальше, ну... Поехали дальше. Надеюсь, это трек. У меня хода треки, а не биты. Да, вот видишь, Прокс Destiny. Destiny. Наверное, Destiny. X на O. Почему X на O? Вот это вот это. Это Скарлорд как будто. А-а-а. Первый или второй? Soulnave. Поехали. Брод простой. Он же делал. Он же и делал, да. Интересно. Я думал, сейчас опять будет ха-ха. И так таким весь трек. Эта сучка смотрит на меня. Окей, вызов принят, я красиво одет. Без меня будет. Мне нравится, что в бите вот именно один инструмент, вот этот плаг. И он дает нормальное место для голоса. И типа тут очень много пространства в голосе. Вот да, это прикольно. Мне нравится еще бас, он типа... Да, типа слайдами, глайдами. Дай хотя бы знать, какой же я дурак. Эта малышка роскошна. Он протелся, да? Меня катается больше. Наивно. Она все думает, что я очень богатый, наивно. Какая живу. Не, ну в принципе, идейный трек. Идейный, типа да? Он про телочку читает, которая наивная, как я понял, и как ты тоже. В плане типа битосика сведения пойдет. Нормально. Чуть-чуть, нормально. Конечно, по мастерингу чуть-чуть не дотягивает, типа там поярче где-нибудь, а так, в принципе... Не респект. Хит, но очень прикольный трек. Да, идейно, это главное, чувак, респект. Вот, чувак, фурор, помню, и опять Destiny. Ну, да, про видимо, он еще продакшн. Прикольно, чувак делает и треки, и продюсирует пацанов. Destiny, бля. Респект. Я помню, откуда ты вышел, брат. Помни свои улицы и двора. А, там был сведения не путают. Это твой стилёк. Это похоже на тейк-тейка. Да, но оно похоже, знаешь, типа космонавтов. Нет, типа, знаешь, нет. Это типа...
типа электронная музыка, типа там пошлая моль. Ну вот представь, это пошлая моль, только грустная. Тут он снова грустный трек, как у Destiny. То есть там тоже какая-то нотка, там я услышал. Ну они друзья, видимо, на одном вайпе. Они пишут про наивных девочек. Это твои чуваки получаются, то есть типа неразделенная любовь, вся фигня. На одном вайпе двигаемся. Да, так что коннект. Не пишите мне, да. Не пишите. Прикольно, если есть такой друг, вместе вайп, это классно. Чуваки, двигайтесь, развивайтесь. Респект. Реструк. Так, God blessing me. Ну да. И трэп джой. Трэп игрушки, вот мне нравится, типа трэп игрушки это Узи, понял? Трэп игрушка, короче. Типа хоу, Узи, цепки, это трэп игрушки. Вот это все трэп игрушки. Поехали, слушайте его трэп. Пишут чуваки, его надо срочно, типа 10 из 10. Надеюсь, жесткий трэп. Пацаны не курят, yes. Пацаны не курят, вес. Пацаны ходят на турники. Пацаны как северный клевер тест. Кто? Пацаны не курят, yes. Они курят, мои тест. Я не мучаюсь, уже буду тест. Пацаны как северный клевер тест. Ничего не понимаю. Вообще жестко, причем, типа. А почему 10 из 10? Ну, типа там. Друзья, может. Ну да. Ну давай еще послушаем чуть. Давай, давай перемотаем, может там трэп джой хорошо сделал. Это Xiaomi, знаешь? Ну да. Я таких чуваков свожу иногда, бывает. Сводить тогда научитесь, если записываться не на что. Так. Гибло. Дальше идет у нас гибло. Прикинь, гибло. Будешь пиздеть, будешь сосать, будешь плохо сосать, будешь пересаживать. Ну понятно, короче. Знаешь, что это дает? Это дает стафом, короче. Чем-то отдает, но не битом. То есть как-то подача. Да, не, у него подача есть. Ну такая слабенькая, типа начал только, чувак, видно, типа. Ну вот это. На дикции поработать придется, типа, немножечко, и все. А так это, ну, трек. Я ничего сказать, я такой вот точно не слышал. Вайб бита напоминает 2010-е годы. Да, вот он, типа, я думал, АК-47. Бля, прикинь, когда-нибудь нам чуваки АК-47 скинут свой трек и скажут, ну, пацаны, поддержите новый релиз. Я бы обосрал. Я бы сказал, вот, ну, как обычно, Витя, было говном, так и осталось говном. Не, респект АК-47, я вырос на вашей музыке. Витя, он больше мне как персонаж нравится, он смешной очень. Да, он тоже как Кизару на мемах, короче, понял, поднялся. Только он выкупает иронию. Так, Xaid пишет, просим послушать, просим реакт, прошедшая помощь. Какие странные названия, типа, вот ты когда-нибудь видел в чарте трек с таким названием, прошедшая помощь? Не, в чартах надо что-то такое, простое, ёмкое. Просто вот Кубай. Ты слышишь, как трещит голос? Жестко. Взгляд в никуда, к востоку, от эдема взгляд, как кислота, холмы, как эпидермальная кислота. Вот типа, прикинь, если бы тут херачил бы 808-й, жестко. Прям. Ну, типа драмки жесткие, типа были. А его тут нету. Да. Он где-то внизу. То есть, типа, тут голос на переднем плане. Мне кажется, вот на туре, если бы вы голос запихнули туда, в бит, и 808 бы вытянули, все, прям бам! Нахуй. А да, так да. Динамики нету, звуки, это да. Не качает. Работайте над драмками, драмки создают вайб. Достаточно написать драмку без мелодии какой-то и просто голосом тащить, потому да. Что голос это лидирующая партия. Он должен задавать мотив, а драмка должна качать. Тут есть голос, но нету драмки. Алангу. Хабитат. Блин, ты тоже такие сложные названия вы себе выбираете. Аланго. Мы бит сейчас будем слушать. Так да, Аланго бит. Вот, прикинь, это не звучит. Бля, вот Аланго или Аландо. Орландо. Давай придумывать ноунеймом имена. Орландо бит. Рубрика «Придумываем ноунеймом имена». О, аккордики прикольные. Это синтовые такие. Не, мясо так-то, мясо вообще. Залетел? Понял? Я бы залетел. Да, то есть, типа, я начал фристайлить даже. Да. Ты бы залетел. Это хорошая это работа. Очень круто. Бит чувак. Орландо. Орландо, переименуйся. Астекас Битс.
Тоже сложное название. Тентуй. Просто бы Астек. Ой. Ой-ой-ой. Поехали. У меня есть эти патроны, я стреляю по-пау. Открыл дверь этой мадам. Это была тамада. Я не ем томаты. Я не ем томаты, у меня аллергия. Да я будто аллигатора. У меня косые глаза, как будто томаты. Да я люблю мамы. Я люблю этих мамашек. Они трясут жопами, как будто бы букашки. Я не курю. Не, ну нормально, нормально. Прикольный бит. Прикольно, да. Прикольный бит, чувак. Снова, вот, если залетаем, значит, все. Party Hello Kitty. Party Hello Kitty. Я как будто парень, у меня есть эти тити. Вот с моментики. Это, блядь. Охуенно. Держи кулак, брат, красавчик. Кёжик, Оржак, Толлер, Sometimes. Рифмуется имя с фамилией, бра. Но если у тебя есть Толлер, то ты нормальный стонер. Это, мне кажется, бит. Кайф, лоу-файное что-то. Не, если это лоу-фай, то это вообще классно. Типа, прикинь, какое разнообразие битов нам сейчас попалось. Ни одного одинакового не было. Это Джоджи Вайп еще. Пора, мне кажется, что все вокруг нереально. Падаю в матрице или в каком-то сне. Что если меня просто жизнь проверяет? Или же когда-то оказался нож в спине. Вся моя жизнь как будто склеена фрагментами. Когда-то было порвано, но склеено кем-то извне. Не помню уже, кем хотел быть в детстве. Да и хотел ли я быть кем-то. Сколько раз вывел себя на мысли о смерти близко. В прошлом видосе вот говорили за текст. А тут текст нормальный. А тут прям вообще. Я вот и хотел сказать, что ты не останавливаешься. Прикинь, как ему больно. Вот я чувствую боль какую-то. Когда это случится, каков конец? Сейчас я уважителен и вежлив. По сведению еще вот прям атмосфера дает. Простите, старался быть грубее когда-то. И не привязываться, понял, будет потом. Я понял, схема не идеальна. Но как потом бороться с болью одного? Хотела все равно чего-то, что прям в душу пробьет. У меня стихи, я ненавижу стихи на битах, но... Прям зацепило это вот текст. Чувак вот как будто выговорился, переживания свои рассказал. Ну, что, думаю, давай опять последний трек. Я что-то подзагнал. Ярлык. Время. Надеюсь, круто. Ярлык, потому что он Ярик, понял? Да. Прикольно. И опять время. Опять что-то будет. Как неплохо. Мы целое интро прослушали. Интро было 20 секунд. Но он начинает только. Ярлык, ты чё ярлыков-то навешал, на? Ладно, чё, итоги, да, подведем? Да, давай подведем. Сегодня грустный больше ролик у нас получился. Да, вот тот чел как-то загнал вообще. Ну мы ладно. Мы тебя ненавидим. Пошел ты. Не присылай нам больше свои грустные треки. Не, ну классно, ты вызвал эмоции. Это главное. Да, ты испортил ролик. Ты убил вайб ролику, бро. Присылай больше треки, пожалуйста. Музыкой, хватит. Чуваки, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Как здесь только набирается 300 лайков, мы выкладываем вторую часть. В четверг, как обычно, будет стрим. Там будем заценивать все дела. Лайк, подписка, комментарий. Репост. Рассылайте видосы, снимайте, как вы смотрите этот видос у себя в инстаграме, если вы есть в этом ролике. Отмечайте нас. Будет все классно, взаимные отметочки. Мы вас отмечаем все. Ссылочки нашего инстаграма в описании. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.